Застенчивость, агрессивность, гиперактивность, тревожность, страх – традиционные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются родители при общении со своими детьми. Некоторые недоумевают, почему их малыш капризничает и переживает за потерю контроля над своим ребенком, а другие вовсе не обращают на это внимания. Как правило, так называемые эмоционально-волевые проблемы приводят к нарушению звукопроизношения. К сожалению, многие родители не связывают появление дефектов речи с психологическим состоянием своего ребенка. Ребенка нельзя рассматривать изолированно от семьи. Все проблемы, которые возникают в семье, отражаются и на ребенке. И порой родители не могут найти тот подход, ту ниточку, тот мостик, который связывает их с ребенком, и чтобы найти причину поведения ребенка. Профессионалы Центра развития Логопед Плюс помогут родителям и детям найти общий язык, а также будут эффективно бороться с речевыми нарушениями. В этом учреждении каждому ребенку помогут устранить последствия физических недостатков, которые мешают нормально выговаривать звуки, научат произносить слоги и слова правильно. Среди современных методик Центра Логопед Плюс есть и такая действенная процедура, как логопедический массаж. Это эффективный метод воздействия на мышцы речевого аппарата, который позволяет формировать правильные артикуляционные позы для верного произнесения звуков. За 10 сеансов массажа достигается результат, равный полугодовой работе логопеда. Чтобы забыть о проблемах речи своих детей, родителям нужно обратиться в филиал Центра развития Логопед Плюс в Бресте по адресу улица Советская, 72. Ранняя диагностика – залог успешного решения проблемы. Поэтому чем раньше вы начнете заниматься с логопедом, тем лучше.